На улице 12 декабря, на улице мороз, минус 2, вон вода позамерзала в поилках, один лед сплошной, расширил выгул я у курей, сделал им больше пространства, теперь они у меня тут гуляют, хоть на улице и мороз, но все равно. Им уже, вот молодым курочкам, 6 месяцев. 8 июня они появились на свет. Сегодня уже 12 декабря. Вот им 6 месяцев. Уже даже и незаметно, где тут старенькие курочки, где молодые. По размерам тут даже, вот я смотрю, молодочки некоторые уже даже и больше, чем старые курицы. Ну, видно, больше ели, чем остальные. Оставил я тут еще вон парочку у меня вообще стареньких курочек. Вон. Темненькая у меня и черная. Вот пару петухов оставил. Вот петух. Яиц они не несут. Холодно на улице, да и в курятнике прохладно. Ну что-то как перестали нестись где-то месяц назад. Давно уже яиц я не видел. Ну пусть подготовятся к новому сезону. Окрепнут, облиняют, будут красивые, белые-белые. Так что выгула тут стало больше. Есть где разгуляться. Вот даю я им ракушка с моря. Целый мешок ракушки привез им. Хватает надолго. Ну и кормлю сейчас кукурузой, пшеницей. Не сильно им их закармливаем, чтобы не зажарели. А может, они не несутся из-за того, что, наверное, сильно кормили. И не хотят. Вот такая курочка. Старенькая еще такая же. Ей, наверное, уже 2 года точно. Еще с прошлых инкубаций, с первых. Вот. Наступит тепло. Покрашу курятник. Наведем красоту. Ну все, всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До скорых встреч.